я всегда приходила в рождественский день в Вифлеем поклониться Иисусу, младенцу. И у стареньких яслях встречала людей, приносивших Спасителю в дар свое сердце. Я смотрела, как маленький мальчик лежал на руках у Марии в обычных пеленках. Бог родился, он был на земле, он дышал, он, как дети другие, кричал очень звонко. Я смотрела. Над хлевом свет яркой звезды, а в хлеву слабый свет от зажженной лампады. Малыши удивлялась. «Господь, это ты?» Оторвать не могла от спасителя взгляда и готова была на коленях стоять перед маленьким мальчиком, вместе с другими. И у молитвы восторженной вновь повторять много раз Иисуса рожденного имя. Каждый год я спешила к тем яслям, как в храм, и считала рождественский праздник понятным. Но Господь мне сказал, поклонение не там, не в хлеву. Рождество — только славная дата. Поклониться младенцу сегодня нельзя, нет нужды Иисусу в таком поклонении. И увидели все по-иному глаза. Не пред мальчиком я преклонила колени, перед тем, кто воскрес в третий день на заре, перед тем, кто является Господом славы, перед тем, кто зовется царем всех царей, нет ему во вселенной подобных и равных. Не младенец Господь, не младенец, но царь. О, как лик его светил, смотреть невозможно. Он на троне, и царству не будет конца. Это вечное царство, великое Божье. Пусть паломники к месту рождения спешат. В Вифлеемских яслях Бога вы не ищите. Он две тысячи лет там не может лежать. Не остался ребенком рожденный Спаситель. Не увидите вы свет далекой звезды. Не услышите ангелов чудное пение. Пастухов и волхвов не найдете следы. Но рожденный Иисус вам подарит спасение. Руки Божьи звезду в сердце вашем зажгут. Возрождение сердца для ангелов радость. Не пугайте, что слезы из глаз потекут. С Иисусом встречайте рождественский праздник. Бог не маленьким мальчиком в сердце войдет, но как царь с жезлом царственной силы и власти. И рождественский гимн Гимн хвалы воспоет ваше новое сердце, нашедшее счастье. Аминь.